Армія Росії контратакує в Курській області, намагається повернути собі території. Однак аналітики кажуть, що все це безуспішно. А президент Зеленський каже, що загалом контратака росіян йде за планом України. При цьому США досі не оголосили про дозвіл бити вглиб Росії. Тож виникають питання, що не так з Байденом, що не так з армією Росії в Курській області, ну і що не так з Іраном, який не зізнається в тому, що постачає Росії балістичні ракети. Крім цього, що під Покровськом, все це з'ясую далі з ізраїльським воєнним оглядачем Ігор Левін на зв'язку. Пане Ігорю, добрий день. Да, добрий день. Отже, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, контратака Росії у Курській області має лише незначні успіхи. Як ви можете це пояснити? Раніше аналітики казали, що Україні не вдасться оборонні лінії влаштувати, укріплення побудувати, а тепер виходить, що вдалося? В перший час винних аналітиків говорили, що в цьому році не буде великого наступлення українського, так що якби, я би, мабуть, не обращал бы внимание на то, что говорят аналитики, нужно обращать внимание на то, что говорит Генштаб, ваши офицеры, ваши военные, а не западные аналитики, например, и так далее. Потому что много чего говорят, и мало чего там действительно с реальностью сопоставимо. Смотрите, и Зеленский, и Сырский озвучивали о том, что одна из целей, главных целей Курской операции, это, по сути, диверсификация ресурсов. То есть они должны распределить свои ресурсы. И действительно, даже с учетом того, что если мы сейчас вот допускаем самый худший сценарий, что они с Покровского направления ничего не сняли, те резервы, которые были перекинуты в Курскую область, а то называют цифры от 30 тысяч до 50 тысяч солдат, плюс техника, вот наступление на Снагас, это вот их большое наступление, ну большое локальное, как раз на этом направлении, там что-то до 10 единиц техники было зафиксировано. Так вот, это все откуда-то было взято, ну у нас не с неба упало. То есть все это могло отправиться на Донбасс. Все эти десятки тысяч людей, и эта техника, и так далее. Если мы будем видеть дальше у них такие вот накаты, волны, где они используют технику в таких количествах, это будет говорить о том, что план украинского генштаба, опять же, из того, что официально было заявлено, мы же не можем заниматься как бы фантазиями, придумывать, да, там, хотели, не знаю, захватить весь Курск и организовать Курскую Народную Республику, и вот это не получилось, да. Вот. Нет, мы отталкиваемся от того, что действительно заявляется, и того, что мы видим. Так вот. Тогда можно утверждать, что план украинского генштаба действительно удается. То есть получается действительно заставить русских использовать там свои резервы. И не в маленьких количествах. Вот. Что будет дальше интересно, потому что сейчас долетают информации, что как раз там, где вот этот Карман, где вот эти, ну, через реку уничтожены мосты, да, там вот Украина начала наступление новое, уже есть там объективный контроль, кадры, которые слиты были в интернет, вот, в чем там инженерная техника, танки. Вот, по сути, это как бы удар во фланг группировки, да, это Глушковский этот район, потом как бы на сам этот вот населенный пункт Лужков или как Глушков, вот, туда двигаются украинские силы. Если это так, ну, по крайней мере, объективный контроль показывает, что это так, это, по сути, удар во фланг. То есть это группировка их, которая пытается деблокировать Глушковский район, и вот на слабость наступала, вот Украина атакует не в лоб, а как раз там флангово. То есть это все маневренная война, чем-то все закончится и так далее. И нет смысла гадать, и тем более слушать западных аналитиков, которые, еще раз напомню, 95% из них говорили, что Украина не будет никуда наступать, у нее нет таких возможностей. Ну и они оказались неправы. Ну, отже, очікувати перелому якогось суттєвого там і не потрібно, ну, хоча б тому, що, в принципі, вже все, ну, як ви сказали, задум України так чи інакше там реалізується. Окей, а під Покровськом, ви кажете... На це указують, секундочку, ми не знаємо, ще раз, ми не знаємо, реалізується чи не реалізується, на це просто указують передварительно то, що ми бачимо. Більше того, як вже сказав, потрібно бачити ще приклади таких от контратак, больших, російських. То есть, если будут еще такие контратаки, где используется много техники, тогда ты можешь говорить, что больше доля вероятности их задум, да, вот этот вот генштаб, он реализуется. А може там виникнути ситуація, як під Покровськом або під Часовим Яром, коли українські військові кажуть, нам вигідно бути на цих позиціях, тому що ми постійно перемелюємо живу силу ворога. Власне, в Курській області такий ефект можливий, де росіяни постійно будуть лізти, а ми їх постійно будемо знищувати. Это все элементы уровня тактики и оперативного уровня. То есть это все зависит конкретно на местах от, опять же, решений и планов, какие есть. Мы ими не владеем, я ими не владею, и вы ими не владеете, и западные аналитики тем более ими не владеют. Поэтому всегда гадание на кофейной гуще. То есть в любом случае всегда хорошо, когда враг где-то лезет, вы его уничтожаете, когда вы блокируете, когда вы окружаете, когда вот получается там
один к трем, один к пяти, вот, при потерях, да, его уничтожать, да. Когда там на один ваш уничтоженный танк вы сжигаете 5 единиц бронетехники врага, например, и так далее. Вот, это всегда хорошо, вот. Но мы же должны понимать, что курская операция – это уровень все-таки стратегический, высокий. Вот, причем само наступление было на уровне как бы оперативном. Поэтому мы не знаем, какие там задумки и планы конкретно есть у Сырского, то есть какие вот следующие он планирует эти, какая-то шахматная партия, то есть какой он следующий шаг планирует. Уже вариантов много на самом деле. Вот мы сейчас видим сейчас, как я уже сказал, этот фланговый удар. Нужно понимать, что это, с одной стороны, это может быть как реактивное действие, то есть это Украина просто реактивно реагирует, ну, Генштаб, на действия вот русских, ожидая, понимая, что они будут контратаковать. А с другой стороны, это может быть не реактивное действие. Может быть, это часть какого-то задумки, какого-то плана. Потому что изоляция Глушевского района, она началась с самого начала курской операции. Вот. Это может быть и то, и другое. Вот. Ровно я тут даю, ну, 50 на 50%, то есть никакой доли большей вероятности нельзя как бы говорить, не владея информацией, то есть не владея информации, ну, для того, чтобы понимать, как будут развиваться события на том же тактическом оперативном уровне, нам нужно две вводные, как минимум, это понимать количество сил и резервов со стороны Украины на этом направлении и понимать количество сил и резервов у России на этом направлении. Любые цифры будут очень приблизительными, вы точно не знаете. Поэтому строить никакие, как бы, предвидеть какие-то прогнозы, строить это, опять же, это все гадать на кофейной гуще. А що в цей момент відбувається під Покровськом? Йшлося про те, що призупинили наступ росіян. Оце призупинення, це ж не остаточна зупинка. Вони можуть накопичитися і зробити якийсь потужний удар найближчим часом? Чи це мало ймовірно? Видно був імпульс. Видно було, що вони цей імпульс не хочуть втрачати, наступальний імпульс. Вот. Особливо, коли почалася ситуація, опять же, вот, наступлення в Курській області. Так, долітала інформація, фактично нічого з Покровського конкретного направлення не знімали. Чтобы этот импульс не терять. И если у вас на каком-то этапе вы смогли стабилизировать ситуацию, заблокировать врага, это не значит, что это, ну, все, ну, статично. Вообще никогда на войне фронт не бывает статичным. Это стало таким журналистским мемом, а-ля Первая мировая, статичный фронт и так далее. Но мы же видим, что за течение этих больше 2 лет полномасштабной войны постоянно изменился фронт. Даже если это незначительно, а где-то это значительно, как прорывы, например, те же российские или украинские прорывы в Курской области. Вот, фронт никогда статичным не бывает. Если действительно у них импульс угас, для того, чтобы его поддержать дальше, развить вот, свой натиск, им нужны резервы. Это отдельный вопрос, есть ли у них эти резервы. И если те резервы, которые направили в Курскую область, от 30 до 50 тысяч пресловутых, про которые говорят, планировались ли они отправить их на Покровское направление? Ну, мы же этого не знаем все-таки. Мы не разведка, да, мы не гуры, и даже разведка не всегда все знает, это как раз ее роль узнавать. Вот, докапываться, постараться больше, да, понять, туман войны развеять. Вот, поэтому большой вопрос, будут ли у них резервы вести на Покровском направлении, чтобы этот импульс у них окончательно не угас. Ну, потому что стабилизация ситуации глобально, вот, на большом, на оперативном уровне, там, да, происходит, вот, они уже не так стремительно вот наступают, как это было, вот, ну, месяц назад, например. Останніми днями, тижнями дуже багато публікацій аналітиків, ЗМІ, всі впевнено стверджують, що вже вирішено питання з ударами вглиб Росії і з дозволом Сполучених Штатів Америки. Однак от остання заява Пентагону, нібито не змінилася думка Штатів в цьому питанні. Про що взагалі весь цей шум інформаційний свідчить? Можливо, дійсно вже ухвалено рішення, але ми маємо побачити його на ділі, ну, тобто реалізуються удари, а потім ми дізнаємось. Ну вот, вы ответили на этот вопрос. Вот, с максимальной долей вероятности, если решение такое будет принято, вы о нем узнаете по факту. Как с ракетами Storm Shadow, кстати. Mm-hmm. А их существование стало известно по факту их применения. Никто не объявлял. Более того, я помню, Резников подписал вот эту открытку с Storm Shadow, и было заявление британцев, потом, намного позже, их официального применения. Неофициального, а фактического применения. Вот. Сначала, я помню, это в Луганской области было, потом это было по Крыму. Вот. Поэтому вот здесь тоже просто в какой-то момент вы утром проснетесь и увидите, что в России снова что-то горит, и потом синтеры найдут там обломки, не знаю, там, атакамсов тех же, или что-нибудь, или тех же Storm Shadow. Вот. Вряд ли, если такое решение и принято, уже об этом будут заявлять с помпой, вот, буквально официально.
Ну, це ж можна сказати і про іранську балістику, і про ракети з Північної Кореї. Виходить, що Іран, ну, логічно, що заперечує передачу ракет, тому що ми ж їх не бачили ще на своїй території. Ну, звідіть, северокорейські ракети як стали фактом существування? Ну, коли знайшли облом. Ну, так. А іранські, іранська балістика, про яку... Так. Да, иранские пока не дошли. То есть вот вся история с передачей иранских ракет, обратите внимание, это все только СМИ. Свои опоры на анонимные источники. Даже украинские официальные лица не говорили, что, ну, точно. Недавно, два дня назад, там Подоляк выступал, он говорит, что там, да, как указывают, есть корабли, которые могли перевозить в Каспийское море и так далее, и так далее. Но у нас нет ни одного спутникового снимка с этими ракетами на территории России непосредственно. У нас нет ни одного случая, когда обломки были найдены на территории Украины, остатки этих ракет. И так далее. Вот когда это все будет, тогда мы можем увидеть факты. Сейчас это все вот информационный шум очень большой. Ну, я все описался там, что я не метаю варианта, что Запад пошел на упреждение здесь, вот, чтобы разрешить, используя предлог иранские ракеты, их передачу, о которой говорят еще с 22 года, на самом деле. Вот. И такой вариант есть. То есть, как бы это как туз придерживал Иран вот у себя в рукаве, уверяя возможность передать ракеты. Запад пошел, как бы здесь сделав шаг первым, вот, чтобы одобрить использование дальнобойного оружия своего, не лучше всего, возможно, ограничено, например, только что Шеду, по территории России, благодаря того, что будут поставлены иранские ракеты. И у Ирана сейчас вопрос, реально ли поставить их, как они планировали, вот, или утереться просто. Ви поділилися у соцмережах думкою військового аналітика Королівського коледжу оборони Данії про відсутність відповіді НАТО на порушення Росією повітряного простору країн Альянсу. І там справді цікава оцінка. Суть в тому, що Росія намагається перенести війну на територію НАТО, як от Україна намагається на територію Росії перевести. І відсутність реакції НАТО – це свідома політика. Тобто Альянс зараз не піддається на провокації. А скільки це може триватиме і де от ті червоні лінії, де НАТО, ну, просто не зможе не відповісти? Наскільки Росія зможе ще промацувати таким чином Європу? Это хороший вопрос, на самом деле. Вот, я бы не хотел гадать, где могут быть красные линии у тех же НАТО. Вероятно, это гибель гражданских, ну, особенно в большом количестве. Вот, но, да, Нильсен, да, аналитик королевского, датского, этого вот, что там, центра исследовательского. Интересное мнение, он внимательно следит за войной, у него довольно трезвые, грамотные оценки бывают. Вот, я думаю, его вот эта версия, она достойна внимания как минимум. Никто не говорит, что это именно факту так. Я думаю, он тоже как бы предположение это говорит. И думаю, что у него есть там как бы из НАТО кто-то сообщает, из этого совета НАТО сообщает о своей стратегии буквально. Вот. Но вполне, да, такое может быть. И тогда действительно это глобально, целенаправленная политика не вестись на провокации, перенос этой гибридной войны на территории государств НАТО. Где красная черта? Да, это только вопрос. Вот. Возможно, да, гибель людей. Но тут только бы не факт. Опять же, не хочется сказать. Хотів вас ще спитати про, ну, таку загальну історію. Денис Шмигаль, прем'єр, днями говорив, що у 23-му році виробництво зброї в Україні зросло втричі, за перші 8 місяців цього року ще вдвічі, порівняно з минулим роком. І Блінкен сказав, оборонно-промислова база України зросла в 6 разів завдяки інвестиціям. Ви можете розшифрувати це для людей, які не дуже розбираються в економіці, в військовій? Це багато чи мало? Як сприймати таку інформацію? Виривається вперед Україна, чи ми навпаки гальмуємо? Українська економіка, так і взагалі її фінансова система, вона дотаційна. Тобто ви повністю залежите від немаленьких грошей, які вам поставляють. Не тільки США, це Японія, це Євросоюз. Вот, стран Євросоюзу, вот, государства, страны НАТО, члены НАТО и так далее. Это не маленькие деньги. Теперь эти деньги вкладываются не просто так, они вкладываются для того, чтобы Украина развивалась в определенных отраслях, особенно в отраслях военных, связанных с военным. Это связано с тем, что очень много оборонных фирм. Началось все буквально с единичных. Сейчас уже это американские фирмы, это Rheinmetall, это финны вроде, вот, еще другие европейские фирмы, чешские вроде тоже подключились. Организуют свои предприятия, открывают свои филиалы на территории Украины. Это очень хороший знак, это говорит о том, что они понимают, что вы долгоиграющий проект, что с большей долей вероятности завтра вас не постигнет судьба Афганистана, иначе бы никто не вкладывался. Как капитал никогда, да, предприниматель не будет вкладывать капитал в мертворожденные проекты. Это альфа-омега как бы рынка.
и рыночных как бы отношений. И тот факт, что ширится эта практика и больше открывается предприятий от небольших до ремонта и производства бронетехники, плюс и содействие и помощь вашей как бы индустрии, это производство вот дронов, и не только, кстати, сейчас патронный завод наконец-то вот открылся, они прошлые годы, как говорится, это было мемом, вот, любители разгонять зраду любили этот форс всегда, что в Украине нет даже патронного завода, ну все, теперь есть патронный завод, вот, как бы, один козырь из рук как бы пропагандистов пророссийских вот выбили, и нельзя сказать, что в Украине нет патронного завода. Вот, вот, это все говорит о том, что есть понимание на Западе, есть информация очень четкая, в том числе вот у людей, которые принимают решения, которые распределяют финансовые потоки, о том, что вы долгоиграющий проект. И это, несомненно, хорошо. Вот. Ну, потому что уже финансисты пусть разбираются в процентах, сколько процентов выросло, сколько процентов там понизилось и так далее. Вот. Широкому зрителю должно быть понятно, что вас не думают, что вот сейчас поиспользуем там 2-3 месяца, там просто выкинем и бросим и так далее. Вот. Это говорит о том, что любые такие инвестиции, они на очень долгие годы вперед, на десятилетия даже вперед. Это говорит о том, что Украина будет существовать, и ее не собираются западні партнери оставляють бросати одну на призову судьбу проти Росії. Ну, тобто, тут питання не в цифрах, а в тенденції, і виходить, що цю інформацію слід сприймати зі знаком плюс. Ну, ви вдумайтесь просто в сам момент, що ведя війну перед настільки сильного врага, і стратегічна авіація, ракети, які більше, вже війна йде більше 10 років, а повномасштабна війна, коли всю територію України постійно носить удари, вот экономика Украины, у нее получается развиваться, создавать новые предприятия, создавать новые мощности и так далее. Потому что само по себе говорит, что это действительно большое достижение. Не можу не спитати про Ізраїль. Лідер Хамасу у листі до лідера бойовиків Хезболи Насрали заявив, що збирається боротися до перемоги. Власне, який зараз стан речей у Газі і чи можна, чи буде Хамас повністю розгромлений? Таке загальне питання. Военные возможности Хамаса в секторе Газа фактически разгромлены. То есть Хамас, у него есть филиалы там и в Ливане, и даже вы найдете филиалы, кстати, тоже Хизбаллы, например, где-то в Латинской Америке. Вот. Если, например, полностью Хизбаллу, не Хамас, а Хизбаллу, допустим, в Ливане уничтожить, у них остаются филиалы, офисы и люди, например, в Латинской Америке. Говорит ли это о том, что Хизбалла осталась? Ну да, как организация осталась, вот они есть даже там и так далее. Вот. Ну, говорит ли это о том, что у них вот, осталась конкретно от их это, военная группа и власть фактически в Ливане? Нет, не осталось. То же самое в маленьком штабе Хамас. Вот. Сектор Газа сейчас есть две территории, которые удерживаются Израилем. Вот. Сектор разрезан на две части. Северная часть отрезана от юга. Вот. Там находится израильская армия. Строит свои базы, прокладывает дороги, асфальтированные дороги. Проводит контртеррор. В самом секторе нет никакого ни одного места, куда не может армия войти, если захочет провести контртеррористические какие-то мероприятия. То есть это нельзя назвать войной, в смысле на войне, это контртеррор, контртеррористические мероприятия, стабилизирующие мероприятия, как это называется. Это может длиться годами. То есть контртеррор, как всегда, может длиться годами против инсургентов, против террористов, вот, и так далее, против боевиков. Вот, на таком этапе. Но Хамас как мини-армия, как именно организованная группа, которая могла давать сопротивление, вот, уже в таком состоянии они не существуют, они не изложены в этом смысле. Вот, есть отдельные террористы, и там группки террористов, да, у них есть взрывчатка, снайперские винтовки, автоматы, они могут что-то подрывать, устраивать какие-то вот, там, налеты где-то, атаковать. Ну, это как во всем мире вот, воюют с терроризмом, воевали и так далее. Без подпитки со стороны Ирана больших перспектив у них нет. Подпитку со стороны Ирана происходило через Филадельфийский коридор, это граница с Египтом, который сейчас Израилем занят. Они просто занят, там все разрушается, уничтожается инфраструктура вся, включая туннели и наземная тоже. Он расширяется, прокладывается там дорога, как я уже говорил, асфальтированная, и Израиль не думает его покидать, уходить. Что логично, это как бы граница, кто будет в здравом уме покидать границу. Но в здравом уме был, да, и покинул границу, вот это к теме, как бы, тыбок. Знаете, часто говорят, давайте что там равняться, смотреть на Израиль. Я всегда говорю, нужно смотреть на Израиль и думать, что не нужно делать. Вот. У нас нужно учиться не что нужно делать, а что не нужно делать, потому что мы такие глупости совершали и такие дурости, что уму непостижимо, как, например, в 2005 году оставили кусок границы с Египтом, через который Иран насытил сектор оружием, там, ракетами, вот, чем только нет.
Вот, сейчас самое главное, чтобы этот коридор оставался вот под нами. Это не даст возможности нам, террористам, вот снова поднять голову и превратить опять, как называли, Хамастан, да, сделать маленькое государство, маленькую страну, вот, террора, который мечтает убивать евреев. Чи я правильно розумію, що гучно анонсованої відповіді Ірану на вбивство, ліквідацію кількох лідерів ісламських терористів Ізраїль так і не дочекався і, власне, вже не слід чекати цієї відповіді? Ну, завжди треба чекати. Слухайте, ну просто війна з протистояння, що в Сирії говорять, війна з Іраном йдеться вже десятиліття. Це не те, що вчора. Іран ставить свою цілю уничтожение Ізраїля. Он ее ставил ту цель и до 7 октября, как бы, и 10 лет назад он тоже ставил, и 20 лет назад он ставил свою цель. Вот, поэтому, нет, в Израиле постоянно есть ожидание, понимание, вот, армия находится в готовности вот, в случае, если авиация та же израильская, вот, если она будет носить удары по территории Ирана, то есть для этого оперативный план, и все это существует. Вот, но да, Иран вот, грозился, махал кулаками, а потом как-то вот решил, что, наверное, не надо. Вот, наверное, игра не будет стоить свеч, то, что называется, и так далее. Дякую. Ігор Левін, ізраїльський воєнний оглядач, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре, а глядачам нагадую, що є сенс стиснути вподобайку під відео, поширювати його серед тих, кого любите, і підпишіться на РБК Україна в YouTube.